старая, старая сказка. Ночь так длинна, в небе луна, самая главная тайна. Есть у меня одна. Улетели, еле летели, почему же мне ночью не достать? Мы с тобой знакомы две недели, что же ты со мной делаешь весной? Улетели белые метели, почему же мне ночью не достать? Мы с тобой знакомы две недели, что же ты со мной делаешь весной? Что же ты? Или сейчас, подождите, похлопаем еще. Японцы говорят, что молчание наивысшая форма диалога. Знаете, вот когда чувствуете, так все понятно уже. Ну, если продвигаться по временам года, люблю и эту песню, написанную для того еще чудного юного создания. Можно покруче гитару в мониторе, пожалуйста, вот эту? Еще. Осень — это сны листопада. Нет, не надо, слов не надо. Осень и любовь ходят рядом, где-то рядом, с нами рядом. Это сон для него, для него одного, только он еще не знает ничего. Жаль, что он еще не знает ничего. Помню, в начале 2000-х годов мне позвонил Игорь Крутой и говорит: «Саня, решил делать свои творческие вечера, но вот решил не звать, как всегда собираю по 30 человек артистов, а решил просто, чтобы на вечере было две женщины и два мужчины. Поющие женщины будут Пугачева и Алсу, а поющие мужчины Басков и Киркоров». Ну, хорошо, Игорёш, что нужно? Саня, для Алсу нет песен, давай сядем, напишем что-нибудь вместе. Ну, мы вот по американской системе сели с ним, пока не сделаем, не разойдемся. Сделали первую же мелодию, я ухожу уже под ночь и говорю: «Игорь, слушай, ну, о чем ты хочешь, чтобы была эта песня?» Он говорит: «Санечка, через две недели концерт, все равно, брат, все равно». Ночь за окном, а мне все не спится, это должно было случиться несколько строк. На чистой странице я напишу тебе и отпущу в белом конверте. Счастье мое мчаться по свету вслед за тобой. Слово и слово в письме, всего два слова. Все равно день оторву или ночь. Все равно знаю, что ты придешь за мной. На небесах давным-давно все решено, все равно. Я говорю: «Игорь, будешь в этом корайтинге соавтором по стихам?» Он говорит: «Саня, ну невозможно быть соавтором, все знают, засмеют, я не пишу стихов». Я говорю: «Игорь, важно не писать стихи, важно создавать настроение и состояние». Я потом долго работал здесь, на восточном побережье. Вот сидишь, пишешь песню, 8 человек в комнате, на листе авторов все 8. Потому что невозможно вычеркнуть состояние и энергию любого из нас в тот момент, когда пишется песня. Так и происходит. Ну, еще из популярных произведений. О,
Помню, я написал для Алсу песню под номером 2. Потому что первую, ну, вы ее наверняка знаете, я ее, конечно же, покажу. А вторую песню она не могла спеть года 3. Говорит: «Саша, я не понимаю, что это такое. Вот у тебя там стихи негаданно, нежданно, с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно одни на перекрестке миров». Я говорю: «Алсунечка, дорогая, ты просто давно не была в метро». Ну и вообще нужно понимать, что метро вот такая вот штука и дырка под землю. И туда под землю тысячами заходят люди. И оттуда навстречу тебе тоже тысячи. Вот он, перекресток миров. «А», — сказала Алсу, — «я поняла». В песне было 3 куплета. Когда мы записали ее, и я принес ее на ведущий российский радиохолдинг, мой товарищ, который руководитель холдинга, сказал: «Саня, 4 минуты 12 секунд, 4:12 водка стоила в России, ну и длинновато, народ уйдет с волны, можешь убрать куплет?» Вы знаете, за деньги песни писал, вот за деньги песни, из песни слова вычеркивает, это только жажда ножи. Сегодня, давайте я покажу, вообще почти никто не слышал все 3 куплета этой песни, а песню знаете хорошо. А вы скажете, длинная или нет? Негаданно, нежданно, с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрел в зеленые, как море, глаза. Я даже не успела тебе о самом главном сказать, как тихо падал дождь вчера. Он знал, что ты придешь вчера, а я не поняла вчера, что среди и волшебных снов я просто тебя ждала. И вот куплет, который никто не слышал. Учебники, конспекты, страницы перечитанных книг, написанных зачем-то, хотя и так все ясно без них. Ты лучше всех на свете, так просто замыкается круг. Сегодня встретил меня, и мне подумалось вдруг, как тихо падал дождь вчера. Он знал, что ты придешь вчера, а я не поняла вчера, что среди волшебных снов я просто тебя ждала. И никто не догадался, как мы с тобой друг друга нашли. Лишь в небе отражался тот маленький кусочек земли, где мы с тобой стояли, те двое под раскрытым зонтом, где все переменилось, где я тебе сказала о том, как тихо падал сон. Он знал, что ты придешь, а я не поняла вчера, что среди городов и волшебных снов я просто тебя ждала. И тихо падал дождь, так тихо падал дождь. Нет, Лин, я говорю нормально. И я говорю нормально, поэтому и детям своим говорю: никогда не слушайте, кто бы вам чего не сказал.
плохо или хорошо, верить можно своему собственному сердцу. И относительно длины тоже. Шутка. Тонкая. Ну и еще из песен написанных для Алсу, ну поделюсь уж, коль добрался. Видано, что полюбить мне еще надо вырасти, а пока и думать рано о любви своей. В этом городе жить, в этом холоде, ну почему до сих пор не приходишь ты? Я тебе ключи оставлю от своих дверей. Иногда я жду тебя, как звезда, веду тебя, и тогда мне кажется, что плыву облака подо мной. Иногда зову тебя, иногда пою тебя, знаешь, я ищу тебя, ищу уже давно. Как я говорю, дети со счастливой судьбой. Вот представьте, сколько в принципе живет песня. Вот взять и отбросить себя на век назад. Год 1916. Много ли песен мы с вами назовем? Напишите.